Уважаемые гости нашего праздника, педагоги и технические работники третьей школы, родители, дорогие учащиеся и наши выпускники, сегодня во всех школах страны прозвенят последние звонки и возвестят о завершении очередного учебного года. В истории третьей школы этот год особенный. Решение Могилевского областного исполнительного комитета «Наше учреждение образования» признано победителем соревнования на лучшую организацию работы по осуществлению образовательной деятельности в 2016 году среди учреждений общего среднего образования Могилевской области, расположенных в городах. Выражаю огромную благодарность тем из вас, кто прославлял третью школу на районных, областных, республиканских и международных конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, олимпиадах. Я также благодарю районный исполнительный комитет, отдел образования, шефов, родителей, у которых мы всегда встречали понимание и поддержку. Несомненно, в наших достижениях есть доля и вашего труда. Поздравляю вас всех с этим замечательным днем и желаю всего наилучшего. Для выпускников этот звонок особенный. Это праздник прощания с детством и беззаботными школьными годами. Он возвестит о том, что начнется взрослое, самостоятельное, с тревогами, радостями и новыми достижениями. Впереди пора свершений. Пусть знания, полученные в школе, пригодятся вам для воплощения в жизнь своей мечты. Желаю вам успешно сдать экзамены. Пусть у вас все будет на отлично. Не забывайте родную школу, своих учителей. Ученикам помладше, в преддверии летних каникул, желаю хорошенько отдохнуть, чтобы вступить в новый учебный год с новыми силами. Успехов вам во всем, в добрый путь. С последним звонком!